В воскресенье 26 января на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook и почтил память жертв. «Сегодня на Донбассе погибло двое наших ребят. Один во время обстрела, второй подорвался. Это означает, что война продолжается», — написал президент. Он почтил память всех 11 военных, которые погибли в этом году. Также Зеленский отметил, что нужно прилагать еще больше усилий для завершения войны. Среди погибших 26 января на Донбассе был командир отделения ВСУ Антон Хоба, уроженец Шостки, Сумской области. Об этом сообщил мэр города Николай Нага в Facebook. На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью героя и молимся за упокой его души. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт. «Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине, и у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру, потому что если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода», сказал он в интервью израильским СМИ. Отвечая на вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский указал: «Погибли люди. Это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — отметил Зеленский. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.